Время 4 вечера. Запуск дома идет по воде. ЖКХ, блядь. 7 вечера, короче, это. Видос из гаража за трафик и все, блядь. Видос из гаража за трафик. Все остальное. Почему нет ничего личного т.д. и т.п. А на ногах уже еле стоим, блядь. Ебучая ЖКХ. Смотрите. Всем привет. В этом видео поясню. Не расскажу, а поясню. Оно может быть длинное. Поясним за трафик. Наше понимание работы Ютуба. Пару примеров из жизни. Почему люди разные. Почему удается кого-то обмануть, кого-то нет. И почему, ну, именно Ардонец. Голова не соображает. В начале ролика видели. На работе сегодня большой объем перелопатили. Трубы т.д. т.п. У нас минус 16. Там могло прихватить там одно другое. Сейчас зашли, задали для будущей заточки, сняли на гриндере, обозначили, короче. Ну, Димас там ножа шкрябает еще, ну, чтобы до идеала, короче, доводит, грубо говоря. Вот. А что мы сюда изначально сегодня пришли? Он звонит, я вообще не купился работы, типа, Димас, погнали, погнали. Возьми ясен, сделаем вкладыши. Я говорю, добро. Что думаете, я его взял? Ни хера его не взял. Поэтому что, мы... Ну, просто по-мужски посидеть, поговорить там, у кого что, как. Ну и родилась мысль такая. Вот человек один писал, зря вы там влезли, не влезли. Вот сейчас пойдет все интереснее, интереснее. А куда мы влезли-то? Расскажу, как изначально было. Мы занимались кузней. У нас даже на этом заводе у всех пропуска были. Кузнец, ходили там, пиликали. И занимались мы кузней не такой, что, знаешь, там вот кузнец, допустим, там 20 лет кует там. Ну, кузнец, но он делает определенные там болванки для чего-либо. Ну, либо еще что-то. У нас была возможность, там с нами был еще один человек, была возможность как бы развиваться. Кстати, вот зайдите, пожалуйста, и посмотрите ролик, кому интересно. Вот мы разжевываем за кузнецов. Вот этих из соцсетей, там, с 25-летним стажем, т.д. и т.п. За стали, за все остальное. То есть, это не просто так сейчас началось. Так вот, почему Ардонец? Что такое трафик? Я обычно не смотрю ничего в Ютубе, там мне, ну, не интересно, грубо говоря. Я смотрю там свои какие-то каналы, т.д. т.п. Бармалейку смотрю. Вот. Ну, короче, Димон, когда начал? Полгода назад, наверное, да? Чем полгода назад? А, увидел ты? Да. Год. Ну, короче, сказал, там вот там есть то-то, посмотри. Посмотрел на манеру общения, все, блядь, за 5 минут, грубо говоря, выкупил. Почему я выкупил человека за 5 минут? Почему большинство людей хают человека? Вот непонятно. Ну, потому что типа кого-то, что-то как-то обманули, не обманули. Это будет всегда. Откуда у тебя это в тебе берется? Ну, вообще, нет. За паху, допустим, там за расклад на весь понять, что, как, на какие, за какие нотки требуют. Харизматичный мужик, нормальный, как бы, ничего. Ну, как нормальный? Димас как-то мне показал, как он отреагировал. И вот второй человек, по-моему, у него канал, не по-моему, у него канал «Две подковы». Он вот выложил то, что как паха общается. Ну, понятно, что это, конечно. Когда человек так общается, возникает один вопрос, ну, тебя что, ну, где ты рос-то, тебя, ну, извините за выражение, нет, перефразирую, тебя что, в детстве не били?
Ну, потому что вот это общение с людьми, да, оно вырастает как-то, ну, это со двора еще идет. То есть, если ты так общаешься, как бы, ну, не знаю, ну, либо, может, кровь горячая, либо там не попадал никуда, не знаю. Так вот, чтобы мысль не терять. Смысл в том, что... За опыт человека. Вот я простыми сейчас примерами буду говорить. Вот, к примеру, у всех есть женщина, правильно? Ну, ты живешь с ней. И в быту возникают всякие там вопросы, какие-то ситуации, да? Ну, и она, допустим, озвучивает, я сделаю так-то, так-то, так-то. А, как правило, у мужчины жизненный опыт больше. Он говорит, не делай так. Правильно? Тогда я сейчас к тому, что вот смотришь на паху, да? Там веришь, допустим. А кто-то не верит, кто-то выкупает. Почему это происходит? Почему ты своей женщине, допустим, говоришь, не делай так-то, так-то, она все равно, ну, допустим, там... Потому что у нее жизненный опыт меньше, чем у тебя. Что такое жизненный опыт? Я сейчас говорю вот за себя. Жизненный опыт – это то количество людей, которые ты пропустил через себя. Что под этим подразумевается? Подразумевается элементарно. Я скажу за себя. Блядь. 200 человек меня пыталось обмануть. У 50 это получилось. Сейчас просто аналогию проводить с собой. Все покупали, продавали машины, т.д. и т.п. Да? Я в свое время вообще на рынке барыжил, то есть было несколько точек, ну, одно, другое, третье. Я умел людей расположить к себе, чем, допустим, там вот точки были, так я в Москву потом не ездил, все по телефону, и причем товары отправляли нормально. Кому интересно, там задавайте вопросы, я там за всю эту жизнь там распедалю, расскажу. А есть, допустим, люди, которых пытались убить, ну, раз 10. То есть, понимаете, какой багаж я о чем говорю? У женщины обычно как? Что она отучилась, там у нее 2-3 подруги, понимаете, да? И, допустим, там, ну, с теми, с которыми она училась, там, дай бог, в институте, там, мама, бабки, ну, вот ее и весь жизненный опыт, потом она устраивается на работу, да, и вот этот коллектив, все, бабы-то они не движушные, так я к чему? Вот, чем больше у тебя было движухи в жизни, чем больше ты общался с людьми, соответственно, жизненный опыт в тех или иных ситуациях, у тебя формируется свой. То есть, не надо, здесь наебу, здесь то-то, то-то, то-то. И ты потом уже читаешь это по манере общения, по созданию какого-то ажиотажа, еще что-то, еще что-то. Это все маркетинговые ходы. Я могу рассказать за себя, я говорю вам по молодости, у меня на левом берегу у нас бабки, бля, гимн Советского Союза пели. Потому что я им наплел, что все дома ваши будут сносить, блядь, строить космодром. Это тоже отдельная тема. Так вот, к чему мы подошли? Во-первых, люди не избалованные. Потому что ничего такого подобного. Вот если кому-то интересно, там за ножи еще что-то. Вы посмотрите американский канал. Да, Димас? Там, да. Вот вы охереете, понимаете? А наш народ не избалован. Дай ему лом, блядь. И просто, блядь. Вот сюда, всади его. И все, о, блядь, заебись. Хотя многие мастера говорят о том, что ну, та сторона делает немного не так, как мы. И типа мы давно уже перешагнули их. Но это премиальные мастера наши, наверное, нет, перешагнули их. Премиальные, совсем премиальные. Короче, расклад в чем? И вот, допустим, претензии к Пахе. За общение, да, действительно, она обоснована. За счет всего остального, а в чем претензия? Ну вот я, основываясь на свой жизненный опыт, я не вижу в этом ничего такого. У нас на государственном уровне, вот грубо говоря, понимаете, вот мы живем в капитализме. Фишка капитализма, вы знаете вообще, ну понимаете, у меня, допустим, вышка экономическая, бухгалтерская, ДТП. Вот вы ответьте просто сами себе.
Мы живем, допустим, при, ну, канал, сразу же говорю не про политику, но все понимают, да, извращенная, самый извращенный там вид капитализма, ну, грубо говоря. Целью капитализма что является? Наеби ближнего своего, правильно, правильно. Все те, все то, что принимается, допустим, да, генетически ни один из вас этого не воспринимает. Нутро ваше, оно протестует. Так вот, допустим, у меня были точки на рынке. Я купил дешевле, туда-сюда там впарил что-то. Ну и что получается? Вся страна так живет, так же с машинами, со всем остальным. Некрасиво повел, неадекватно повел, не соответствует там возрасту. Но я опять же говорю, может быть там кровь горячая, еще что-то там. Ну, разговором как бы... Ну, не зная человека, начинать так разговор, ну, это просто, понимаешь, есть люди, которые приедут, а есть люди, у которых есть знакомые в тех краях, ну, это как бы, это глупо, глупо. Может быть, подвыпивший был там, неизвестно еще. Это тоже так судить человека нельзя. Так вот, выводят на чистую воду. Вот за разговор, допустим, это было бы логично. А за то, что... Вы поймите, вот если вот так вот распедалить все, то человек дает кому-то возможность заработать тем же там, блин. Ну, этим гаражникам, вот как мы, допустим, да, ну, которые сами не могут, а потому что большинство, 90% не может, а он харизматичный, вот как ни крути, вот это и есть, там, у ребята туда-сюда. Да, там что-то кого-то что-то не устроило, там одно, другое, третье. Там ведь видосы, если глянуть вот так вот, да, не быстро даже, а перематывая, вот зачастую приносят ножи, это бывает редко, но приносят. И вот нож дорог, как память, там, сломан там, этот, блин, носик, допустим, да, и я пытался болгаркой что-то исправить, ну, к примеру. Блядь, так это же не проблема взять на грине, нахуй, задать немного другую форму лезвия, правильно, Димас, как мы делаем, блядь. Прогнать спуски заново, т.д. т.п. и все, и нож заиграл другими красками. Причем вот этого, у меня, кстати, в шортсах этого полно, блядь. И люди там, о, нифига себе, блядь, класс. То есть прокол-то есть. Но повторюсь, человек обеспечивает какой-то работой, да, какой-то определенный круг людей. Ну, раз. Во-вторых, в стране все так оно и построено. За счет чего человек может двигаться. Два. В-третьих, народ не избалован. Вот на это вот ответил. Теперь почему он и что такое трафик? Какие там кузни? Ты стал смотреть, и тебе понравилось то, что он там на чистую воду. Кого выводит? Скажи эти названия. Потому что люди по-любому знают. Кого? Династия ты что? Династия он рыпался, да, но потом как-то... Да ладно, ты шел. Просто перечисли, блядь. Династия, по-моему... Это не принципиально. Да, династия, потом кузница вот этого Воршнинского. Да, они все Воршнинские идут. Да ты скажи просто кузница. Да я вспоминаю, где этот мужик-то, который скандал-то был с ножом за 50 тысяч-то, сам этот руководитель-то. Блин, забыл. С берлога он еще сотрудничает. Ну, короче, вот стали... Династию точно помню. Да, было у него. Он еще говорил, Рамс был, а потом что-то они... Короче, стали просачиваться... Эти потом... А, подожди, эти просачиваться, которые еще... Финка ЛГБТ вот эти. Ну, Финка ЛГБТ, лахусь. Да, да, тоже. Стали просачиваться вот эти. А как человеку подняться? Самый простой способ на Ютубе, это, ну... Короче, хайпануть, да, слово есть. Загадите, за счет кого-то. То есть, ты форшмачишь кого-то. Так он правильно делал, потому что у нас народ такой, понимаешь? Когда ты это делаешь, у тебя просмотры растут. То есть, когда ты делаешь что-то адекватное, тебя не видно. Кстати, вот сейчас вот к трафику подойдем. Ну и Димон не стал показывать там одно, другое, третье. Вот так же перерыв, короче, сели, показал что-то. Ну и что? Так, блядь, а иначе не подняться. То есть, человек все это выкупил, ну, грубо говоря, и стал делать то, что делал. Ну и набрал себе аудиторию, правильно? Так за счет чего он набрал? Да возьми вот эту пирамиду Маслоу, да, потребностей. Так он набрал за счет там, ну скажем так, не совсем низменных. Но эта потребность такая, знаешь, что там, зрелище, да хлеба, блядь. Вот и все.
Сидят на диванах, там, вот, заебись, там, на чистую воду уводят. Ну, т.д. и т.п. Опять же, повторюсь, народ не избалован. Соответственно, вставляя в название, ну, я думаю, он сам это все понимает, то, что вставили в название, допустим, фамилию человека, да? Потому что у него есть люди, которые, допустим, все устраивают, и люди, которые, там, допустим, не устраивают. Сейчас не разбираем, там, искусственный ажиотаж, все остальное. Ты, блядь, конфликт вот этот, да, он интересен. А вот теперь что такое трафик? Ну, конфликт там, допустим, там Павла и две подковы, да. Он интересен, и получается, что народ смотрит там, и там, и там, короче, что-то идет, короче. Движ какой-то, да. И Паха точно так же за это. Кстати, вот хочу сказать одну вещь, очень важную. Вот когда человек, понимаете, вот все вот эти случаи, это шанс. Это шанс человеку либо стать лучше, либо стать хуже. Я поясню. Ведь все зависит от реакции. А если ты, допустим, вот какой ты в 14 лет, ты такой будешь в 40, ты в 50 и так далее. Со своими вот этими жизненными принципами, это очень много значит, кто тебя окружал, какие там мужчины окружали, что в тебя там вложили, там дядьки, бати, там т.д. и т.п., там детки, блядь. Так вот, реакция человека, она не соответствовала проблеме. И он выбрал именно такой, ну, способ решения, грубо говоря. Ну, там что-то прокомментировать, созвониться, т.д. и т.п. Сказать определенные вещи. А ведь он мог повернуть эту ситуацию совершенно по-другому, совершенно по-другому. И выйти из нее, ну, просто говоря, победителем. Но для этого, опять же повторюсь, нужен жизненный опыт. Так вот, что такое трафик Ютуба? Вот я сейчас подошел к самому основному. Да, и мне будет очень приятно, если вы зайдете, кстати, и посмотрите вот этот видос за... Он называется «Видео за Кузнецов ВКонтакте со стажем 25 лет». Просто мы тоже, ну, занимались, как бы, да. И вот вы выслушаете все, и вы поймете, на чем вас разводят, ловят и все остальное. Вы даже можете узнать просто за стали, что там немного так освещено. Есть другие видосы, где освещено, ну, как делается сталь, в каких печах, для чего эти стали. Ну, одно, другое, третье. И вы поймете, что вот когда вам втирают дичь, там... Я кузнец, блядь, перечислено 20 видов стали, я там все это делаю. Ну, да, ребята, это хуйня. Там в видосах все это разжевывается. Так вот, что такое трафик? Допустим, я выставляю шортс. У меня голова генератор бреда. То есть, я могу одно, другое, третье, что-то там исполнить. И когда ты выставляешь видос, он у тебя набирает вот так 10 тысяч. Ну, у меня же есть аналитика, я могу это все показать, ну, снять там это видосы с экрана. Он 10 тысяч набирает и потом умер. Есть видос, который 60 тысяч набрали, умер. Помню. 30 умер. В большинстве случаев, блядь, да ты про кузни, ты уже нахуй, блядь, сейчас мысль собьешь. В большинстве случаев 5-3 тысячи умерли. Все. Так вот. Что такое? Как это слово-то, блядь? Ну вот только что я говорил-то. Я не слушал, я вкладыш делаю. Ну, короче, вы поняли, вот это время ютубовское. Вот смотри, представь себе ты. Вот чем вот это хорошо? Вот когда ты выставляешь, и у народа появляется возможность. А что такое ютуб вообще? Весь трафик забран каналами. Вот этими кузницами, кузнецы по 25 лет и все остальное. Этого фанат всего Димас. Мы делали, делаем, будем делать. Никаких, блядь, там по 100 ножей нету. Делаем 10 ножей там за 2 месяца вместе с ножами. Все. Кому надо, блядь, напишите. Сделаем. Подождете, блядь. Это вот такие партейки мы делаем.
Помимо этого, делаем что-то, вот люди придут там, или там появится что-то интересное, что-то исполним. В шорцах полно всяких ножей. Почему у меня такой и такой формы, т.д. и т.п., я уже объяснял. Потому что это наше видение ножа. И вот есть определенный вот этот нож, и есть там джентльмен, ну, грубо говоря. Так вот, что такое трафик Ютуба? Когда ты заходишь на Ютуб и пишешь что-то про нож. Как сделать вообще ролик, который будет пользоваться спросом? Во-первых, телефон надо держать не вот так или камеру, а вот так, чтобы был формат Ютуба. Это раз. Во-вторых, название ролика очень сильно влияет. Ну, допустим, чтобы его смотрело большинство, называешь там, блядь, топ, блядь, 5 ножей, нахуй, за 2023 год, 24. И все смотрят, короче, опа, туда-сюда. Вот ты, посмотрев этот ролик, где там, блядь, просто воду льют, блядь, одно, другое, третье, вот мы такая-то, блядь, компания, грубо говоря, да, одно, другое, третье, и это в большинстве вы же смотрите их, правильно? И вот у нас вот 10 ножей, да, и они все такие охуенные, пиздатые, ну и т.д. и т.п., да. Вот ты там 40 минут вот это жевало посмотрел, там какой-то эксперт пришел, там, он Димка рассказывает, я сам не особо. Понимаешь, вот ты посмотрел, а потом у тебя следующее там династия, там, ордонец тот же самый, правильно? Посмотрели, ага, понятно, короче. Ты дальше ты уже не смотришь. Я не знаю никаких там этих кузнецов, еще что-то. Просто Димас показал видос. Ну и я понимаю весь этот процесс. В название просто вставляю, допустим, фамилию там, Пахин, да? Потому что, повторюсь, есть согласные с ним, есть не согласные. Правильно? Правильно. Соответственно, вы наблюдаете за этим конфликтом. Вылезает там фамилия человека, ну, грубо говоря. И причем это нормально. Это нормально, я поясню, почему. Ну и, соответственно, вы переходите, и у вас, дай ножи мне для видоса, и у вас появляется возможность увидеть нечто другое. Только благодаря вот каналу Пахи, да, вот там Ордонец, ДТП, у вас появилась возможность увидеть что-то другое, понимаете? Мы сейчас приходили сюда, не разработан. Вот, задавали, короче, вот, поняли? На грине прошлись. Для чего? Где она? Вот. Задать, короче, для дальнейшей заточки. Держи. Если бы я этого не писал, то вы никогда бы не увидели, что есть что-то другое. Я повторюсь, народ у нас не избалованный. А почему вас наябывают? Ну, по мнению кого-то, хотя я не считаю это за какой-то наебон. Вы сами хотите этого. Основываясь, опять же, ну, поняли. Так вот, фишка в чем? Человек стал что-то делать. Неважно, собирать, не собирать, точить, не точить, но он делает. Потом он хайпанул на то, что выводит на чистую воду кого-то. Это самый легкий путь. Ну, грубо говоря, форшмачишь кого-то, а народу только этого и надо. Они смотрят, да, давай их там разъябывай. Ну, грубо говоря. Мы никого не разъябываем. Да, использовали определенный там слоган, скажем так, фамилия, да, там, ну вот, буквы. Которые вы же сами ищете. Но мы используем их не для того, чтобы обосрать. А для того, чтобы показать вам что-то новое. Потому что, блядь, из этого трафика Ютуба вы бы никогда вот это новое не увидели. Вы бы увидели это, когда нам было там по 60 лет. Но я утрирую. Вот это и есть трафик Ютуба. И все те, кто пишут, вы залезли. Вы поймите, вот залезть, это значит кого-то принять чью-то сторону. И начать там кого-то, знаешь, там это, самоутверждаться за счет кого-то. Этого ничего не происходит. То есть Паха в свое время делал определенные манипуляции для того, чтобы собрать всех вас. Потому что это вызывало у вас неподдельный интерес. А что вам именно нравилось? Вам нравился вот этот срач, то что кого-то там, он там дуплит, грубо говоря. Мы ж никого не дуплим, да, имя. Куда мы влезли? Мы никуда не влезли. Я сейчас откровенным текстом сказал, почему, что и как. Просто так устроен YouTube. Почему
Шортс набирает 10 тысяч, а потом, блядь, мертвая полоса. Ну все, сердце не бьется и ни вверх, и ни вниз. Да потому что идут вот это специальное военное. Ну вы поняли, о чем я, да? И мы как бы закрыты. Поэтому, чтобы собрать хотя бы вас, чтобы продемонстрировать вам вот это, помимо нас есть куча других обалденных чуваков, которые, блядь, исполняют, блядь, такие вещи. Так вы же, блядь, не заходите. Вы посмотрели топ 23-го года, там 10 ножей, которые все охуенные, т.д., т.п. Зашли к Пахе, да? И все, у тебя время ограничено. Так вот, чтобы вклиниться вот в это, потому что YouTube так устроен, и выбора другого нет. И там предъявлять за это тоже глупо. Я откровенно говорю, просто вклинились для того, не для того, чтобы обсирать или принять чью-то сторону, а для того, чтобы вы увидели вот то, что я вам сейчас показывал. Это все логично. Бля, работа меня доебет, короче, бля. Я, кстати, свободный человек, за это тоже могу толкнуть, и недолго мне осталось, бля. Нахуй. Я могу позволить себе многое. Поэтому скоро мы с вами поедем на стрельбище, душу отводить. Бутерброды, чай, может там приготовим что, покажу вам красоты наши, лес. Ну там карьер, правда, там нихера красоты, там тоже что-нибудь толкну, пообщаемся. Обязательно, вот, чтобы у вас создавалось понимание. Вот знаете, вот просто скажу, знаете, у кого ножи покупать? Вот ты знаешь, блядь, у кого надо покупать? Ножи, топоры и все остальное. Вот человек просто тебе что-то... Вот я вот скажу сейчас такую вот вещь. Вот каждый, блядь, каждый поймет. У кого в детстве была любимая игрушка? Вот у моих ровесников... Не у всех, но у кого-то была, вот я сейчас приведу пример, чтобы вы поняли, у кого надо покупать. Вот, допустим, у кого была Дэнди? И кто в это время учился в школе? И у тебя картридж новый, блядь, картридж, понимаешь, он лежит дома, а ты нихуя в него не... Вот он новый, блядь. Тебе вечером дали, ты 15 минут погонял, тебя спать загнали... И вот завтра в школу, и вот ты отучился, да? И вот вспомни, как ты, блядь, домой зебешь, нахуй, тебе насрать на всех, блядь. Берешь там кореш своего лучшего. Вы приходите, да вам нахуй уроки не нужны. Вот помнишь вот это состояние твое? И ты сидишь, и, блядь, это все за 5 минут пролетело, и уже мама приходит, блядь, и говорит, а ты собаку выгулял, ну я к примеру. Так вот... Я отвечаю, вот у нас кузница, где мы были, а где находилась, как называлось предприятие? Ремонтная база кораблей? РЭП, да. Ремонтная база кораблей, она не близко. А я тогда лишён прав был, вот мы на автобусах, все. Понимаешь, ты в автобус садишься, блядь, и вот я ловлю себя на мысли, то что, блин, вот сейчас бы, надо, короче, вот так, блин, там одно, другое. Как достать, блядь, эти стали, тут, блядь, это... Это целый космос, да, и ты, блядь, вот, ты вот встречаешься, руку жмешь, да, мы пешком пиздуем на морской речной вокзал, садимся на эти автобусы, и ты вот как, вот, и я вспоминаю себя, вот как вот пиздюком был, вот, и бежал вот к этому картриджу, блядь, после уроков, понимаешь? Так нам уже, ну я старше Димки, так вот мы, работа, она убивает все. Я вот поясню, работа, вот именно, блядь, от слова раб, она тебя губит. Сейчас вообще, говорю, ножи забыл, блядь. Так вот, когда, вот знаешь, суббота, допустим, выпадает, и мы на позитиве, мы встречаемся, крабы жмем, и вот ты с таким настроением, блядь, зебешь сюда. Понимаешь? Вот с таким вот как вот ты вот в детстве бежал к этой Дэнди, а мы уже взрослые дядьки, вот знаешь, вот это вот, как в запое в каком-то, ты несешься, вот и ты знаешь, что ты будешь делать, знаешь, что, чтобы получилось. Вот смотри, вот это не надо ебить все, вот смотри, видал, какая красота, есть вода-то, смотри, зацените, блядь, вот.
Шикарно, блядь. Не притрагиваемся, блядь. Не притрагиваемся. Еще не знаем, понимаешь, какой для этой рукояти. Как обыграть, сделать больше, т.д. т.п. Клинки уже к ним готовы, блядь. Сейчас вот не видно какой-то насыщенный цвет. Вот я смотрю в экран-то, я на фронталку снимаю. Блядь, 3 недели уже ходим, блядь. Не идет и все. Цыганщину эту блестящую, блядь, знаешь, как сорока. Не хотим мы на нее ставить. Будем думать. Переспим, значит, еще, блядь, 3 недели. В оконцовке придумаем, блядь. Что и как. Так вот, когда человек фанатик, блядь, это не является основным заработком. Мы работаем на нормальных работах, блядь. Грубо говоря. Которые, ну, позволяют жить нормальным середняком, блядь. И не считать там, блядь, эти... Желтые ценники в пятерках, блядь. Я в ЖКХ тружусь. Понятно, да, там, чё, как. Димас, ты кто у нас? Пожарник МЧС? Пожарный, блядь. Пожарный. Ну, он... Кстати, много пожарных работ, увлекается ножами? Очень много. Так я сижу, вам делать нехуй, вы работаете сутки через строй. Да. Ну да, я работаю, короче, мастером участка, блядь. Да эти взаимоотношения в коллективе, туда-сюда, блядь. Пацанов жалко своих, блядь. Да. Я могу задвинуть за то, что какой должен быть слесарь, что такое слесарь в моем понимании, как нужно построить работу и все остальное. Вот кому интересно, я распедалю. Мало ли кто-то мастером работает, у кого-то не получается что-то. Этому нельзя научить, нахуй. Этому нигде не учат, блядь. Либо ты видишь, либо ты не видишь. Он мне показал видос там, 5 минут. Ну, я все увидел. Повторюсь, почему? От жизненного опыта. Если ты жил в тепличных условиях, блядь, и у тебя есть знакомств, блядь, там, 2-3 человека, тебя никто никогда не обманывал, блядь. Тут вопросы ты уже знаешь, блядь. Ты же живешь в жизнь, а жизнь-то она, по большому счету, блядь, она такая штука-то, блядь. Поэтому обижаться не стоит ни на кого. Меня там наебали, блядь. Вас государство наебало уже, блядь, 25 раз. Никто ж ничего там не предъявляет, правильно? У-у-у. И весь принцип, вот это, купи-продай, он такой и есть. Сейчас начнется такое то же самое, там одно, другое, третье. У меня куча видосов, вы посмотрите. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая часть, вот как все, вот как мы вот эти ножи все эти делали, блядь. Я просто не понимаю, блядь, вот у меня есть на вас время, я вот честно скажу, я домой приду, там одно другое, на кошеварь там сунули, блядь, интересы какие-то, ну опять же там девки, да, блядь, так. У меня нет времени, допустим, снимать, вот мне жалко своего времени, я честно скажу, вот мы сейчас в гараже, да, и я что-то записываю. Общаюсь с вами. Правильно? А у вас свободное время, вот то время, когда я провожу в гараже здесь, вы посмотрели, допустим, к примеру, ну, пиздец, я тут что-то буду делать, домой приду, еще там общаться какие-то, что-то записывать, блядь. Это вообще влог, скажем так, будни прохин, где я. Если про деревню, там есть немного про кузню, вот первые шорсы про кузню, там как куем, одно, другое, третье. Большинство про ЖКХ, аварии, т.д., т.п. Ну, все с приколом, как бы. Вот. А вы сейчас стали его смотреть вот именно эти. Поэтому вот этот ролик я назову как? Как мы его назовем? Вообще похуй, я сейчас хочу. За трафик и почему ордонец? Вот и все. И тут я поясню, вот я на рынке торговал, допустим, да, вот такое, ну, небольшое отвлечение, ролик так длинный. Носками торгую, да? Ну, утрируя, скажем, короче, какой-то товар, который зашел, да? У меня соседка, допустим, торговала конфетами, да? Ну, к примеру, блядь. Она хуяк смотрит, носки идут, да? И такая хуяк в Москву съездила, тоже носок купила. Я что к ней буду подходить там и, ну, порадоваться, человек тоже, ну, в теме, грубо говоря.
Я что, и буду там предъявлять за то, что ты носки, вот я тут носки, и ты носки, грубо говоря. Ну, пацаны, это глупо. Это глупо. Это очень глупо. Поэтому обижаться там еще что-то. И когда у человека какой-то жизненный опыт есть, его на эмоции-то расшатать практически нереально, понимаете? Но его нереально на эмоции. Его нереально, понимаешь, вот большинство вот комментариев, допустим, идет комментарий, да, там, завиноватить, чтобы стал оправдываться. Ну, к примеру. Ну, мы-то прожженный уже там, блядь, написал, ну, молодец там. С приколом что-нибудь ответим там. Одно, другое, третье. Все, не более. Поэтому в этом видосе, там, не полностью, но, я думаю, до большинства дойдет. Почему, за счет чего каналы растут, за счет чего вы можете увидеть, вот, про трафик, да? За счет, там, предъяв каких-то, там, всунутся, не всунулись, блядь. Да никто к нему не всунулся. Ну, блядь, нам, так, допустим, по барабану. А вдруг, прикинь, Павлуха посмотрит, блядь. Посмотрит и все скажет, ну, пацаны, молодцы, туда-сюда что-то выкупили, хоп-хоп. А таких вот, понимаешь, таких мало людей. Ну, он, допустим, вот насчет этого сделал. Но мы, повторяюсь, мы же никого не обсираем, правильно? Мы вставляем фамилию человека, ну, грубо говоря, для того, чтобы, опять же, понимая так, как устроено большинство людей, понимаете, вам это интересно, вам вот срач нужен. А мы хопа, да, и покажем. Пацаны, смотри, а что-то другое есть. Ну, к примеру, за это тоже объяснил. Да, объяснил, блядь, за чем человек наполнен, откуда все это берется, почему тебя, блядь, реально там наебать, почему нереально. Это все жизненный опыт. За трафик объяснил. Объяснил, вот как вот бежишь сюда-то, знаешь, вот эта мысль, короче, крутится. Она крутится, блядь, в среду, а тебе в четверг опять там эти трубы варить, еще что-то, блядь. Ну, понял, да? Вот. Затем, блядь, что там, ну, и за все остальное, в принципе, блядь, вот рассказал, объяснил. Люди, которые посмотрят, нормально. Я говорю, вы посмотрите, там мы застали, есть ролики, застали, разжевываем, вообще вот и до. Что, как, чего, я уж не помню, как они называются. Но вот есть ролик, да, за Кузнецов, от которой, да, в соцсетях. Вы посмотрите. Мы ковали. Дайте слово. Те слово под ногами валяется. Мы ковали и топоры, и инструмент, и всю хуйню. Знаешь, нам приходят. Ой, я там топор за 12 тысяч купил, бля. Смотришь, бля, борсминская башка, вы что, ебнулись, что ли? Так. Почему тебя разводят? Да потому что ты хочешь, чтобы тебя развели, ёпты. Вот кованая, блядь. Вот. Сделанная, блядь, своими руками. За термичку, за отпуск, нахуй, блядь. Мы всю хуйню эту расскажем, блядь, и разжуем, блядь. Вы сами хотите быть наебанными. Ну, обманутыми. Повторюсь, потому что вы не избалованы. Вот и все. Короче, смотрите нас, кому интересно. Вот. А те, кто забухло, базарит, я повторюсь. Ты денег на карту скинь. И мне тоже. Бля, Димас, у нас все напополам, ёпта, заебал. Так что вот так. А кому нужно что-то? Не, ну, домашний... Мы исполним. Мы исполним, мы сделаем. Парни, там проблем-то нет. Нет никакого ажиотажа. Просто эти вещи, они и так продаются. А я сейчас вот не наябываю, я сейчас не за ажиотаж. Они и так уходят, блядь. Дополнительный заработок. Вы, блядь. Мы большинство всего этого пускаем опять сюда. Из чего можете сделать? Да хоть из чего, блядь. Высылай нам, блядь, CPN, там, 125-й, там, блядь. Там, что хочешь, посылай. Или, блядь, мы купим, или проплачиваем материалы, говори, там, исполни вот это. Так, блядь, сделаем. Проблемы-то нет. Опять же, возьмем за сталь, да, к примеру, блядь. Ролики, кстати, об этом тоже есть. Вот когда ты делаешь бланк, да, потом выводишь клинок. Я просто, чтобы ты понимал. Вот ты берешь, да, быстрорез.
ТТХ мне там скинь, еще что-то. Вы что, пацаны, совсем офонарели? Вот я беру его, довожу, да, и поджег вот здесь вот, блядь, у меня коричневое, блядь, вылезли пятнышки. Вот я просто к примеру говорю, где закосячить и как. И чего? Потом прошелся точно так же, и нету ничего. И ты об этом узнаешь, что когда будешь точить, там у тебя проваливаться, грубо говоря, будет. Да? Либо где-то при работе. А он будет красивый, т.д. Вот порядочность, вот порядочность, вот как я считаю. Вот если такое, ну, раньше бывало, там происходило, он выкидывался нахуй или оставлялся себе. Смотришь, о, красота, блядь. Вот непорядочность продать вот это. А все остальное, блядь. Но это опять же, да, для определенных людей, вот это непорядочность. Так тебя государство, я тебе повторяю еще раз, тебя наебали уже, блядь, раз 30, блядь. И ты сидишь, не жужжишь. А тут мало ли что, блядь. На судах-то дохуя из вас было. Ну, много людей-то там, осужденных, еще что-то. Все же прекрасно понимают, что бабло, только бабло решает т.д. и т.п. А вот то, что у каждого из нас вот здесь, это уже другой вопрос. Но я повторюсь. Слова были произнесены некрасивые, нехорошие. А за то, что там одно, другое, третье, ну, блядь. Это все от жизненного опыта. Из любой ситуации можно выйти красиво. Жизненный опыт. Не более. И жизнь тебе дает вот эти ситуации для того, чтобы ты либо стал лучше, ну, либо наебал еще там больше, да, там и вышел красиво, ну, грубо говоря. Либо, блядь, тебя поймали, уличили, т.д. и т.п. Ну, грубо говоря. Бизнес. Что это такое? Ты открыл что-то, на чем-то хапнул. В нашем государстве нереально, понимаешь, там хапать, 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 хапать. Ну, утрируй. Хапнул, бабло есть, да. Надо куда-то в другое переходить. Ты что-то нашел, какую-то свою нишу, заработал. Ты не будешь всю жизнь на нем зарабатывать. Кто-то на лесе зарабатывал, потом обрезали там одно, другое, третье, понимаешь? Надо уметь переключаться, подстраиваться под реалии. Те люди, для кого является вот это ножеделание, блядь, основным заработком, а не каким-то там вот, ну, фанатиком он, да, вот то, что он там что-то делает, там, и то, что, допустим, заходит другим. Но это тоже глупо. Потому что, блядь, найдется, блядь, похитрее кто-то, да, там, одно, другое, третье. Я повторюсь, у нас, бля, политика, да вся, наеби ближнего своего. Вот и все. Понимаешь? И осуждать, допустим, кого-либо за то, что, блядь, он что-то вот такое исполняет, ну это глупо. Это глупо. За это вообще даже предъявлять. Ну что, блядь, даже если вот это рассмотреть, блядь, с людской точки зрения, да, ну это, блядь, смешно за это что-то. А вот реакция, которая последовала на это там, вот в телефоне, там, вот за это, да. Я надеюсь, что я разжевал вообще от и до. Все. Кто не понял, можно там подробнее записать. Но это уже издевательство, ребят. Поэтому здесь вот в ролике объяснено все. Вот. Я наговорил 43 минуты. Мне надо с Димоном пообщаться. Блин. Так что... Ждем следующего сеанса. Ножи. Завтра пятница. Крайний день. Я не забуду. Все. Заснимем, как делаем вкладыши. А в субботу воскресенье? Когда у тебя смена? Воскресенье? Да. Давай в субботу заснимем, как делаем ножи. Микс поставим. Ну хотя бы частично, да? Ну да, посмотрим. Ножи делаются не один день. Сразу же скажу. Поэтому заснимем. В субботу, ну там первоначальную какую-то часть. Они делаются, я повторюсь, не один день. Я в ЖКХ, бля, сходил, две батареи воткнул, да.
десятка мне прилипла. Ну, грубо говоря. Да не грубо, а так и есть. Но две батареи мне поставить 1.5 часа. С перемычки, с вентилями, т.д. и т.п. А ножны, бля, которые вам в интернете, бля, да, допустим, Паха там говорит, я сведу, т.д. Вот такие, как мы делаем, растительное дубление, Италия, крупнорогатый скот, туда-сюда. Бля, ребят, 2-3 дня. Потому что ты не будешь сидеть вот так у них и ждать вот этого процесса, понимаете? Так вот я говорю то, что в ЖКХ я две батареи воткнул, десятку взял, блядь. Ну. И с ножами, блядь, 3 дня проебся, блядь. 7 рублей, нахуй. Понимаете, в чем я? Ну, кстати, про Коко Шанель. Для тебя, братуха. Там тоже все элементарно. Коко Шанель сказала, что, допустим, ай, знаешь, 190, да она там стоит, не стоит. Берем у нормальных термистов, сразу же скажу. Но. Да, это уже другие деньги, да. Да дело даже не в деньгах, я просто скажу, что такое ручная работа. Она не нужна любому человеку. Вот мы вылизываем, блядь, вот я серьезно говорю, жалко отдавать каждый. Вот каждый жалко отдавать. Я просто поясню, что тебя еще не устраивает, ты возьми и сам сделай. Вот и все. Возьми сам, блядь, и сделай. А по поводу, блядь, всей этой хуйни с монетками, т.д. и т.п., так я тебе рессорину нахуй откую, блядь, грубо говоря, да? Вы знаете, что такое ковать вообще? Как куется, т.д. и т.п.? Ну вот вы знаете, что такое ковать там, блядь, древущую кромку, там, РК на холодную, блядь? Вы знаете, сколько циклов нормализации провел? Я вот корешам делал, сука. Ты с ним поработаешь, да, в нормализацию кинешь, там, остывать туда-сюда, там, отжиги. Блядь, до 10 процессов, да я говорю, но мы заморачивались, это вот как вот про приставку, да, вот ты бежишь так, а вот я сегодня там вот основное поделаю и вот с ним займусь, блядь. Это же уплотнение на молекулярном уровне идет, понимаете? Вот тот же подшипник возьми, да, ну... Это, блядь, это не хухры-мухры, блядь. И когда говорят, там, я кую, нахуй, он 100 ножей там делает, бля, пацаны, ну, опять же, жизнь на опыт, правильно, да? Кто-то верит, там, он там, ёб твою мать, он там кует, блядь. Кует он там, блядь, как же, нахуй. У меня есть видосы про все по РЭДам. Там главное точность удара, бля, вот я вот вам каждому говорю, кто этим не занимался, у тебя точности удара, блядь, через 20 секунд не будет. Ты вообще понимаешь, как держать молоток, как там наковальня, да, там отзыв ее, как он должен подскакивать, все остальное. Ну, ты хочешь быть обманутым, ты сам хочешь быть обманутым, ты веришь в сказки. Ты возьми молоток-то, блядь, печка есть. Пылесос на другую переключи, подставь на березовых. Березовые, кстати, равномерные, да, дают? Ну, угли особенно, да. Угли, они равномерный жар дают. Разогрей, постучи. Они розовые, да? Да, они сильно, да. Еще более верю. Так ты попробуй сделай, блядь. И что у тебя получится, блядь? И что ты веришь этим сказкам, блядь? Ребят, ну, блядь. Будь не прохиндея, есть и в ТикТоке, там все перерезали, у меня было там до 30, до 40 там этих подписонок, там эти кочерги шли, там ложки, там все, хуйня, короче, бля. Там были вот, где вот мы ковали, все, вот я нож там показываю, допустим, вот выкован, там в кислоте поигрались, дол и т.д. и т.п. Дол это вообще отдельный разговор. И вот ты показываешь его, да, вот смотри, бля. Ой, бля. Все, да, ребята, это очень интересно. Но чтобы не быть обманутым, тебе нужно во всем этом разбираться. А разбираться тебе надо для того, чтобы, ну, ты должен это попробовать своими руками. Понимаешь, своими руками. Но пока ты этого не попробовал, блин, все это шляпа. Вот я серьезно говорю, все это шляпа. Попробуешь? Тогда будешь иметь понимание и о закалке, и как вот
в горн так вот поставишь, но у нас здоровые горны были. Посмотрите видос, они там есть, посмотришь, ага. И вот глазом определяешь на цвет температуру. А потом у тебя есть, ну, допустим, там подшипник, да, шихашка, да? Да. Или там У7, У8 там, можно затермичить, ну, грубо говоря, отпуск произвести. То есть ты вот заковал, да, а он у тебя хрупкий, блядь, уронил, но я утрирую, да, он у тебя к стеклу разбился. Так вот у тебя есть час, чтобы, знаешь, доехать до дома. Я звоню там, алло, Ленка, блядь, ставь, короче, духовку там, на сколько, на 230, да? Ну, 200, на 180, 180. Да. Ставь духовку там, врубай, все, прибегаешь, эту заготовку туда. Потом смотришь там, вот в ТикТоке есть отпуск металла. Ты берешь, да, за веревочку вешаешь, по нему дзынь, он как хрусталик у тебя. Где у меня, блядь? О! Вот! Вот, блядь, кованая. Смотри, цвет побежалости металла. Видишь? Свидетельствует о том, чтобы все было сделано правильно. Вот кованый. Понятно, что это все, ну, по нему видно, что он сделан на топ-ноге. Но вы говорите, блядь. Я повторюсь, пацаны, вы сами хотите быть обманутыми. Потому что большинство из вас, просто признайтесь, ну, жизненный опыт, т.д. и т.п., помноженное, блядь, на воспитание, на принципы и все остальное. Да, неприятно слышать. Но если, блядь, проанализировать всю житуху, ну, так оно и выйдет. Я вначале вот говорил, да, мужик и баба, ну, женщина, допустим, мужчина и женщина. Так вот, проводите аналогии т.д. и т.п. Наговорил много, надеюсь, досмотрел до конца, что поможет продвижению. Ждем комментов и всего остального. В гараже уже дубак, короче, мы врубаем пушку. До связи. Peace.